Привет! Сегодня я расскажу вам про странных людей. Например, все уборщицы очень странные. Куда по помытому? Наверное, в их фантазиях после уборки все должно происходить вот так. Спасибо вам большое, вы так изумительно помыли полы! Подожди, зачем нам вообще идти в кино? Давай просто будем 2 часа смотреть на этот идеально чистый пол! А я вообще останусь тут спать! Ну ладно, моя работа сделана. Пойду домой. Хвала богине чистоты! Хвала богине чистоты! Хвала! А эти люди, которые без конца снимают всякую фигню на телефон? Не, я не против. Мне просто интересно, нахрена? Сынок, я умираю. И перед смертью я хочу кое-что сделать. Конечно, говори, отец. Дай мой телефон. И включи видео МОВ 1363. Так, ага, вот, держи. Хороший был день города. Папа! Нет! В смысле память закончилась? Или эти вот странные люди, которые заводят дома экзотических животных? Извините, а кто последний к ветеринару? Я. Ну хорошо, тогда я за вами. Извините, на сегодня прием окончен. Подождите, как это окончен? Меня крокодил наполовину сожрал, что мне теперь делать? Серьезно? Прям наполовину сожрал? Вот это да! Наверное, тебе очень больно, да? И, наверное, срать ты хотел на чужие проблемы, правда? По-моему, он сказал «да». Или эти чудики, которые занимаются скандинавской ходьбой. Что это вообще за спорт такой, в котором убрали половину инвентаря? Это все равно, что в фигурном катании убрать коньки. Так, ну, сиськи и жопа у тебя вроде нормальные, поэтому... Ты побеждаешь! Держи $1 миллион и кокаин! Потому что теперь ты еще и депутат Госдумы. А еще очень странные эти чуваки в оранжевых жилетах, которые стоят на дороге и похожи на фотографов 50-х. Так, слушай, ну вроде все нормально, да? Ага, да. Вроде нормально. А когда-нибудь было ненормально? Зачем мы вообще этим занимаемся? А вот ты сказал этим. Получается, ты знаешь, чем мы занимаемся, да? Ну, конечно. А ты что, не знаешь, что ли? Не, ну знаю, конечно. Тогда давай скажем одновременно на счет 3. 1, 2... Геодезическая угроза ликвидирована. Вот только не говори, что ты знал. Но самые странные для меня – это типы, которые слушают музыку на улице прямо с динамика телефона. Согласен, иногда я тоже бываю немножечко странным. Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик, лайк ставить, писать что-нибудь смешное в комментариях. Всем здорово! Концовка видео!